Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся с вами в Симферополе. Будем гулять, времени много. Сейчас находимся на набережной. Это набережная речки Салгир. Проходит она практически через весь город. Недавно здесь была реконструкция. Посмотрим, что же здесь преобразилось, как она выглядит теперь. Сейчас мы возле улицы Кирова. Как видим, это центр города. Очень все аккуратно, ухожено. И вообще, конечно, вот первое впечатление — просто восторг от того, что насколько все чисто, насколько все аккуратно, какого качества дорожки. Даже дно видно, то есть очистили от ила, от грязи, и оказывается, на дне бетон. Очень много по дороге встречается техники уборочной. Например, едет пылесос. Также рабочих, которые собирают листву и мусор. То есть не просто сделали реконструкцию набережной, но еще и постоянно следят за этим участком города. Потихоньку мы с вами пройдем до Гагаринского парка, посмотрим, что же там. Говорят, там тоже прошла реконструкция. Ну, сейчас мы все постепенно увидим. Смотрите, какие уточки. Давайте сейчас под музыку мы до Гагаринского парка дойдем, а там я снова включусь.
Вот так, прогуливаясь от центра города вдоль набережной, попадаешь незаметно для себя в Гагаринский парк. Посмотрите, какие красавцы стоят. Это платан. Очень старое дерево, судя по кроне, огромное просто. Называют его еще либо земляничным деревом, либо бесстыдницей, потому что он сбрасывает кору. Если очень много молодых деревьев, насаждениях в различных. Ну, вот старая дорожка, тут как бы вход, ну, вот такой вот вид интересный. А вот здесь вот на сосне бегает белочка. Если присмотритесь, на веточках ее увидите. В принципе, в Гагаринском парке их всегда было много. Я лет 15 не была в этом парке, и, конечно, после последней реконструкции он очень сильно преобразился. Появились новые дорожки. Старые покрыли новой плиточкой. Опять-таки речку Салгир привели в порядок. Почистили озеро. Благоустроили. Очень много лавочек, урн для мусора, спортивные площадки, детские аттракционы. На катамаране можно покататься на озере и здесь же покормить уточек и лебедей. В общем, кто будет в Симферополе, обязательно приедьте и посмотрите, погуляйте. Получите удовольствие. Действительно, очень здесь уютно. Территория очень большая. Посмотрите, это один приток Салгира, а вот там вот другой приток Салгира, они тут объединяются в единое русло. Дальше будем гулять, давайте под музыку, все сами увидите. Какая красота, какая природа.
сказочное место. Здесь даже лавандовый сад есть. Крымская роза предприятие оформляло его. И также есть рядом кафешки уютные, вот такие вот. Суши с пиццей, ну, можно что-то посерьезнее купить, покушать. Это торговый дом Гагаринский. А вот здесь мы возле института музыкального уже находимся, возле Кирова снова. Это центр города. Беседочка такая красивая. И сверху у нас кинотеатр Симферополь. Если подниматься по ступенькам. Давайте посмотрим, что есть еще в этой стороне. Тоже прогуляемся под музыку.
Очень мне понравилось это место, родничок, говорят, это раньше была питьевая водичка. Не знаю, сколько, наверное, сколько ее можно пить сейчас, но место действительно очень такое живописное. Вообще мне очень понравилась набережная, также парк. Делают молодцы. И, конечно же, при выезде из города я хотела вам показать вот эту вот шикарную республиканскую новую больницу имени Семашко. 11 этажей. За 2 года буквально отстроили. И скоро, совсем скоро открытие. Хотя хочется, конечно, посмотреть, что же там будет и внутри. А еще сейчас мы будем проезжать новую трассу Таврида. С Феодосии до Севастополя теперь можно проехать, не заезжая в Симферополь. Вернее, скоро можно будет проехать. Она практически готова. Это объездная дорога. Причем она не пересекает трассу Симферополь-Джанкой. Это действительно, вот, посмотрите, как шикарно все делается. И в очень сжатые сроки. Умеет же делать. До свидания.